Также в этот день магаданских журналистов поздравил мэр областного центра Колымы Юрий Гришан. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Российской Печати. В Магадане этот праздник отмечают сотни представителей средств массовой информации. Именно вы во многом определяете настроение в обществе, к вам прислушиваются, уважают, доверяют. Ведь точная и объективная информация – это важный ресурс. Он способствует развитию государства и общества. В этой сфере всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные. Важно, что ваше дело помогает не только в реализации важных социальных проектов, но и позволяет оперативно выявлять и решать острые проблемы, держать руку на пульсе города и страны. 2020 год стал непростым для всех профессий. Вам также пришлось работать в новых условиях, находиться на передовой. Несмотря на трудности и ограничения, вы нашли новые способы подачи информации. Замечательно были освещены мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, Дню города, множество онлайн-конкурсов и событий. Спасибо всем вам за ваше неравнодушие, за активную жизненную позицию, за профессиональное мастерство. Всегда искренне рад общению с вами. Желаю вам новых ярких проектов и публикаций, вдохновения, высоких тиражей и рейтингов.